Конечно, человеческое сознание – вещь инертная, его сложно изменить. Но то, что первые лица муниципалитета показали личный пример, присоединившись ко Всемирному дню без автомобиля, должно обязательно подействовать. Глава района Андрей Иванов с ветерком прокатился по утренним улицам на своем велосипеде и прибыл в администрацию в по-спортивному бодром настроении. Всем чиновникам рекомендовали сегодня не использовать личный автотранспорт, пользоваться общественным транспортом, велосипедами, пешими прогулками, самокатами, скейтбордами и так далее, и так далее. Мы пытаемся привлечь внимание жителей нашего района к проблемам с загрязнением окружающей среды, к экологическим проблемам, к выхлопам от личного автотранспорта. Особенно для чиновников это очень важно, ходить по земле и сталкиваться со всеми теми проблемами, с которыми сталкивается наше население. Поэтому сегодня мы, как вы видите, без автомобилей на нашей стоянке около администрации. Подчеркну, что акция добровольная, но у нас такой командный дух, и я думаю, что все чиновники сегодня пересядут с личного транспорта на общественный или придут на работу пешком. В это утро в рабочую велопоездку в Одинцовские гимназии номер 7 и 11 от Ледового дворца отправились руководитель администрации района Татьяна Одинцова и начальник управления образования Ольга Ляпистова. Неторопливо прокатился куратор районного спорта Виталий Савилов. На двух колесах на службу приехали начальники управлений и отделов, правда, не все. Посмотрим, кто добрался до работы. Сейчас зайду в администрацию. Буквально через 10 минут начнется планерка. Посмотрю, кто в каком состоянии, у кого одышка, кому надо курить бросать, кому надо, в принципе, заниматься спортом. Сейчас это такой хороший добровольный тест состояния здоровья чиновника. Я думаю, что после такой, так скажем, зарядки КПД будет повышаться у чиновников. Но у меня точно. С утра такая кислородная бомба, можно сказать. Хорошая физическая нагрузка. Все это взбадривает, все это держит в тонусе. В ближайших совместных планах руководства района и города развитие сети пешеходно-велосипедных дорожек и строительство велохорды от вокзала до парка отдыха имени Ларисы Лазутиной. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».